офис пришла Эльвира Матвеевна Райнер, пенсионерка, живущая со своими взрослыми внуками Эдуардом и Кристиной. Причина ее обращения к нам оказалась более чем серьезной. Муж мой умер 2 недели назад. Вольф Карлович Райнер. Он немецкой крови. Всю жизнь часовым и ювелирным делом занимался. У нас до сих пор по всему дому его часы висят. И с боем, и с кукушкой, и с музыкой. Хороший был человек. Я с ним счастливую жизнь прожила. Целых 45 лет. Позвольте задать вопрос. Квартира, в которой вы живете, она чья? Квартира Филиппа, зятя моего. Ну и как складывались ваши отношения с зятем? Хуже некуда. Ну что это за бурда? Пьем какие-то помои. Ну почему же? Чай хороший. На травах. На каких? На лечебных. Филипп Евгеньевич, перестаньте купить бабушке. Я вообще не понимаю, почему она в нашем доме есть за кухарку, за уборщицу, за прачку. Вы с вашими средствами могли бы нанять себе прислугу. Чего? С нашими? Да ты, щенок, еще не заработал. И, как я вижу, не собираешься. Говоришь с этими черепками, вместо того, чтобы заняться делом настоящим, как я тебе говорил. Ну что ты на него так? Зачем? Мальчик делом занимается. А вы, дамочка, не лезьте, куда не следует. И зарубите себе на носу, что я держу вас только из милости. Что вы себе позволяете, Филипп Евгеньевич? Сядь. Не надо. Не надо. Не надо. Не надо. Не надо. О, Господи! Злой, нехороший. Но все же он вас не выгнал. Не успел. Вчера убили его. Прямо в доме, в столовой. Следователи говорят, Эдик убил. Посадили его в камеру, а он глупый, даже не отпирается. Чистосердечное признание подписал. Эдуард, мы ознакомились с материалами вашего дела. К сожалению, все улики против вас. Ваш отчим был убит отравленной стрелой, которая хранилась в вашей коллекции. Да я рассказал уже все следователям. Эту коллекцию стрел и трубку я привез из Нигерии, когда ездил туда на раскопки на 5-м курсе. В Африке некоторые туземцы до сих пор используют такие штуки. Так а что же произошло в тот день, когда был убит ваш отчим? Мы повздорили. Он был в столовой, заводил часы. Он считал это своей священной обязанностью заводить часы в доме. А часов в доме было очень много после деда. А что произошло во время ссоры? Он в очередной раз назвал меня дармоедом, бездельником. Сказал, что его терпение лопнуло. Что он сегодня же выгоняет меня, бабушку, из дому. А Кристину отправит в психиатрическую лечебницу. И он это бы сделал, я знаю. Я пошел в свою комнату, взял трубку, стрелы. Чего приперся? Прощения просить? Шиш тебе! Собирай манатки! И бабушка, заметались отсюда. Не торопись. Скоро твоего духа здесь не будет. Чего? Что это? Твоя смерть, подонок. Что? Я ж тебя голыми руками задушу. Почему вы выбрали такой экзотический способ убийства? А как я, по-вашему, должен был его прикончить? Кухонным ножом? Огнестрельного оружия у нас в доме нет.
А трубку верни, пистолет. Действие яда наступает моментально, в течение 30 секунд. От силы минуты. Спасти человека невозможно. Я действовал наверняка. Ну и зачем вы это сделали? Разве не понятно? Кто-то должен был пожертвовать собой, чтобы спасти всех от этого тирана. Теперь его нет, и все имущество и деньги отойдут к Кристине, а значит, бабушке, ее опекунше. И они будут жить спокойно и в достатке. Но вам-то светит срок за умышленное убийство. И срок немалый. Похоже, парень действительно говорит правду. Все как по нотам. И опять-таки, это трубка и стрелы. Он их привез. Он видел, как туземцы пользуются вот таким оружием и вполне мог взять несколько уроков. Сань, меня вот только одно смущает. Слишком много патетики. Ну вот эти все фразочки из серии «Кто-то должен пожертвовать собой», «Вот пришла твоя смерть». Но так только герои романов разговаривают, а не современные люди, тем более хладнокровные убийцы. Ну, парень в юности начитался романтических книг. Понимаешь, и возомнил себя Робин Гудом. Во всяком случае, твое замечание не отменяет ни улик против него, ни признания, которое он сделал во время задержания. А он сразу сознался в убийстве? Да, конечно, даже сам полицию вызвал. А вот это очень великодушно с его стороны. Ну что ж, если личность убийцы известно, вопрос закрыт. Надо думать, как выстраивать защиту. Но, видимо, единственный шанс Эдуарда на уменьшение срока состоит в том, чтобы как можно детальнее и красочнее рассказать, как отчим терроризировал семью. Ну, надо будет опросить соседей, собрать побольше фактов, опросить знакомых, и когда... Адвокат Кулагин. Да, конечно. Это совершенно точно? Ах, вот как. Спасибо. Что-то случилось? Эдуард не убивал своего отчима. Как? Вот только что был проведен следственный эксперимент. Ну, во-первых, Эдуард не умеет пользоваться духовой трубкой, и стрела, выпущенная из этой трубки, не могла бы с такой силой воткнуться в тело отчима. Это во-первых. А во-вторых, ну что главное даже не это, они с отчимом разного роста. И, как показал эксперимент, стрела не могла вонзиться в горло Филиппа Никоры вот под таким углом. Вот это сюрприз. Но меня это почему-то вообще не удивляет. Ну что ж, ладно. Придется начинать с самого начала. Искать настоящего убийцу. Вот здесь все и произошло. Я как раз в своей комнате находилась. Вдруг входит Эдик и говорит: «Бабушка, ты только не волнуйся, я убил дядю Филиппа. Со мной чуть инфаркт не случился. Прибежала я сюда, а он, Филипп, на полу лежит, мертвый уже. Рядом стрела валяется, а из шеи кровь идет совсем немного. Знаете, я сразу не поверила, что это Эдик сделал. Я Эдика столько лет нянчила. Мира Матвеевна, а кто был в доме, когда это произошло? Только свои. Эдик, я и Кристиночка. Гости к нам не часто захаживают. Вы точно уверены, что больше никого не было? Ну, конечно. Я ведь сама двери открываю и закрываю. Кристиночка. Заходи, заходи, детка. Заходи. Заходи, детка. Это наша Кристиночка. Садись. Сестра Эдика. Кристиночка, поздоровайся, детка.
Вы зачем? Я пришла помочь. Помочь твоему брату. Брат хороший. Только зачем трубу отнял? Какую трубу? Трубу хорошая. Я смотрела. Отнял. Зачем? Кристина, когда это произошло? Отнял. Зачем? Потом из столовой выгнал. Синяк сделал. А зачем? Нехороший. Кристиночка, ты о чем говоришь? Когда это Эдик на тебя кричал? И откуда синяк? Выгнал. Сказал, молчи, нехороший. Вы понимаете, что это значит? Нет. Мне сказали, что меня скоро выпустят. Конечно. Вы же не убивали отчима, это доказано. Кто же, по-вашему, его убил? Ну, разве только у вас одного был повод? Не хотите вы сказать, что эта бабушка взяла трубку и убила? Ну, почему именно бабушка? А в доме больше никого не было. Но... А как насчет вашей сестры? Не гордите чушь. У Кристины мозг 3-летнего ребенка. Она не могла выдумать такое преступление. Ну, почему же? Она вполне чувствовала атмосферу в доме. Знала, что отчим ее ненавидит. И ненавидит ей близких людей. Она видела стрелы и трубку в вашей коллекции. Слышала от вас, как пользоваться этим оружием. И в один прекрасный момент она смогла этим воспользоваться. Нет. Эдуард, не отрицайте, пожалуйста. Кристина сама проговорилась. Что она вам говорила? Она сказала, что вы отняли у нее трубку и выгнали из столовой. Это произошло в день убийства отчима? Да. То есть нет. Это было... Трубка была раньше. Зачем нельзя? Нельзя. Нельзя. Она любопытна, как сорока. Вечно лезет туда, куда ее не просят. Но обычно, если на нее прикрикнешь, то она запоминает и больше не суется. Я поэтому и положил трубку и стрелы на свое обычное место и не думал, что она их тронет. Что же было, когда погиб ваш отчим? С самого момента я не видел. Я вышел из ванны. Услышал не то стон, не то хрип. И побежал туда. Ты? Что ты натворил? Злой. Нехороший. Не будет. Больно. Вон отсюда, вон. Поняла? Запрещу себя. Замолчи, ни с кем не разговаривай. Поняла? Поняла? Иначе ударю больно. Поняла? Злой. Ты тоже злой. Иди, иди. Поставьте себя на мое место. Она ведь ничего не соображала. Она скорее действовала по наитию. Хотела освободить нас всех от этого деспота. Благородный поступок. Благородный? Она не понимала, что совершала.
Короче, мне было страшно, что ее снова посадят в сумасшедший дом. Или в изолятор для особо опасных. Смирительные рубашки, таблетки, уколы. Решетки на окнах. Жутко. Проще было мне отсидеть в тюрьме. Ну, с вашей стороны, это тоже очень благородно. Я об этом не думал. Все было как в тумане. Я вызвал полицию, предупредил бабушку. Взял трубку. Простите, а где вы взяли трубку? Она была на своем месте, в комнате. Кристина, видимо, после того, как стрельнула, отнесла трубку на место, а потом прибежала посмотреть на Филиппа. А вам это не кажется несколько странным? А нет. У нее иногда проявляется соображение. На духовой трубке нет следов слюны Кристины. Что вы на это скажете? Я тогда вообще ничего не понимаю. Я тоже. Тот факт, что на трубке ее отпечатки пальцев, сообразуется с рассказом Эдуарда, что однажды он видел сестру возле серванта с этой самой штуковиной в руке. Но я думаю, что после этого Кристина ни разу не брала ее в руки. Ни разу. В том числе и в день убийства отчима. И получается, что его никто не убивал. Выходит, что никто не убивал, и тем не менее Филипп Никора убит. Вот я вас попрошу еще раз побывать на месте преступления. И вот вам мои инструкции. А вы помните, сколько у вас всего было этих стрел? С ядом 3 штуки. 2 конфисковали, а ту, которую вы держите, она не отравлена. И они всегда хранились здесь. Да я и представить не мог, чтобы кто-то им мог воспользоваться по назначению. И никогда отсюда не исчезали? Ни одна? Я не следил. Хотя, знаете, 2 недели назад мне показалось, что одной стрелы не хватает. Но тогда дед умер, и, честно говоря, не до этого было. Скорее всего, показалось. Или не показалось. Что вы имеете в виду? Ну, вполне можно предположить, что 2 недели назад или даже чуть раньше кто-то взял отсюда одну стрелу с ядом, чтобы потом использовать ее для убийства вашего отчима. Вот. Здесь многое сделано руками моего мужа, Вольфа Карловича. Он всегда любил мастерить. Это у них из поколения в поколение передавалось. А вот эти часы тоже Вольф Карлович изготовил? Да. Незадолго до его смерти они сломались. Он долго возился, починил их и буквально через 2 дня умер. Скажите, а на сколько времени хватает завода этих часов? Они должны заводиться примерно раз в 2 недели. Насколько я понял, в этом доме все часы заводил покойный Филипп Евгеньевич. Да. И эти тоже. Он никого к ним не подпускал. Считал, что мы безрукие и можем испортить хорошую вещь. Особенно после смерти Вольфа, когда и починить-то стало некому. Эльвира Матвеевна, можно попросить стаканчик водички, а то что-то в горле пересохло? Конечно, конечно. Сейчас принесу. Благодарю. Минутку.
Алло, Леонид Николаевич, вы были правы. Все сошлось. Дело в том, что вашего отчима убил ваш дед, Вольф Карлович Райнер. Этого не может быть. Дед умер. Да, я знаю, что он умер 2 недели ранее, но перед смертью он успел подготовить все необходимое, а именно изготовил не просто часы с кукушкой, а часы стреляющие, часы убивающие. Как этому удалось? Хитро было задумано. Пружина, выпустившая смертоносную стрелу, которую он позаимствовал у вас, из вашей коллекции, была спрятана за дверцей, там же, где находится и кукушка. Ну, теперь вам понятно, что перед смертью хотел сказать ваш отчим? Кукушка? Вот именно. Вольф Карлович знал, что никто, кроме вашего отчима, часы не заводит в этом доме. Ну и механизм должен был сработать как раз при заводе. Идеальное убийство подготовил ваш дед. Но ведь он чуть не подставил нас, меня, Кристину. Да нет, я не думаю, что он собирался кого-либо подставлять. Он, по-видимому, считал, что все произойдет в присутствии всей семьи, и его секрет сразу раскроется. Но расчет оказался неверным. Момента выстрела никто не видел. Дверца захлопнулась. И секрет продолжительное время оставался секретом. Ну, дед, убийство с того света. Вам решать, плохо он поступил или хорошо. А я свое дело сделал. Дело об убийстве Филиппа Никоры было закрыто. Это был один из тех редких в уголовной практике случаев, когда убийца ушел в иной мир раньше своей жертвы и, следовательно, не мог быть подвергнут какому бы то ни было наказанию. Мальчик стал воровать. Папа, я не хочу говорить. Ты опять пьяный. Лидия Петровна думает на Сережку, что это он ее браслет украл. Нет, мне никто ничего не говорил. Реальные события глазами их участников. Сережа! Вы же не знаете всего. Так расскажите, чего я не знаю. Хватит, шнырь и дёр. Кулагин и партнеры. Завтра на телеканале «Россия». Эх, Фёдор, Фёдор.